В Славянском районе есть добрая традиция проводить дни станиц, поселков и даже самых отдаленных хуторов. На этих праздниках жители становятся одной большой и дружной семьей, где вместе радуются успехам и достижениям друг друга, поздравляют с днем рождения и юбилеем семейной жизни. На одном из таких праздников «Добрых соседей» побывала и наша съемочная группа. Родному краю, любимому поселению, вам, земляки, гости, друзья, соседи, посвящается наш праздник. В Анастасиевском сельском поселении есть небольшой хутор «Урма», в котором проживает чуть более 200 человек. Многие друг друга, конечно же, знают, но вот так, встретиться, поделиться успехами, да и просто пообщаться, получается не всегда. А день хутора позволяет это сделать, да еще в праздничной атмосфере, с добрыми словами пожеланий и подарками. Я хочу от всей души поздравить вас всех с сегодняшним праздником и выразить слова огромной благодарности, слова признательности нашим дорогим ветеранам за ваш труд, за то, что вы сделали для нашей великой страны, за воспитание детей, за участие в трудовой деятельности. Желаю вам всем крепкого здоровья, личного, семейного счастья, благополучия и удачи во всех ваших делах. От всей души с праздником! На празднике памятными подарками и благодарственными письмами главы поселения были отмечены долгожители хутора, победители в номинации «Дом образцового содержания», активисты, юбиляры семейной жизни. 40 лет совместной жизни в этом году отметила семья Соколиниченко, Анатолий Дмитриевич и Реональда Дмитриевна. Дорогие наши юбиляры семейной жизни, под аплодисменты земляков мы приглашаем вас на нашу праздничную площадку. И вручаем памятный подарок от главы Александра Григорьевича Семко под несмолкающие аплодисменты ваших земляков. Праздничное настроение хуторянам создавали лучшие творческие коллективы станицы Анастасиевской. Не обошлось и без угощений. Гостей праздника накормили вкусными горячими пирожками, какие могут лепить только в Анастасиевской. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».